Якутия – самый большой по площади регион России с экстремальным климатом. Медицинская эвакуация пациентов в специализированные отделения часто проводится санитарной авиацией на тысячи километров. Региональный сосудистый центр Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи объединен в единую сеть с первичными сосудистыми отделениями телемедицины и санитарной авиацией. С открытием центра в 2011 году произошли качественные изменения в оказании специализированной помощи при инсульте. Общее число пациентов, получивших лечение, составило более 15 тысяч. РСЦ находится в многопрофильном стационаре экстренной медицинской помощи. Центр оснащен современным диагностическим оборудованием. Телемедицинский центр работает в круглосуточном режиме. Сюда поступают экстренные заявки из всех районов республики. Реперфузия ишемического инсульта проводится методами внутривенной тромболитической терапии и тромбоэкстракции. Эндоваскулярные методы лечения включают микроспиральную эмболизацию аневризм, операции тромбоэкстракции и тромбоаспирации при ишемическом инсульте, стентирование магистральных сосудов головы. Нейрохирургами проводится микрохирургическое клипирование аневризм, операции при внутримозговых гематомах, декомпрессивной трепанации черепа при злокачественном инфаркте мозга. Проводится телетромболизис ишемического инсульта, что позволило повысить доступность к современным методам лечения инсульта для пациентов в самых отдаленных населенных пунктах. Проводится ранняя нейрореабилитация с использованием передовых технологий. Региональный центр активно работает над снижением смертности и инвалидности от инсульта в регионе, внедряет новые методы диагностики и лечения, устремлен в будущее.